Всем привет, ребята, и сегодня я вам покажу очередной очень топовый баг или же глич на очень много опыта в Fortnite на новой карте. Как обычно, перед началом прошу подписаться на мой канал, поставить лайк на это видео, оставить комментарий и также поставить колокольчик, чтобы не пропускать следующие ролики с багами на опыт. Как обычно, код от карты у нас будет в описании под видео. Заходим на карту, ждем 15-20 минут и начинаем выполнять все баги. Так, ребята, смотрите сейчас очень внимательно, здесь со всех сторон нам нужно ставить по 10 лестниц. Ну и в общем, давайте уже приступать. Ребята, хотел бы вам порекомендовать канал своего очень хорошего знакомого Вуки. Он снимает различные видео по Fortnite, такие как баги на опыт, также карты для фарма опыта, где вы можете просто играть и фармить опыт, также карты для прокачки своего скилла в игре Fortnite. Также он проводит ежедневно стримы по Fortnite и играет с подписчиками. Поэтому залетайте на стримы, ставьте лайки, пишите, что вы от меня. Также пишите под видео, что вы от меня. И обязательно не забудьте подписаться на его канал и поставить лайк под видео. Ссылочка на него будет в описании. Смотрите, первый баг у нас находится вот здесь, где у нас кабанчики. Вот загон с кабанчиками. Просто вот получается, вот мы вот так вот подбегаем к нему. И ставим вот в этом месте 10 лестниц вверх. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 и 10. И ставим ровно 5 полов вперед. И вот здесь вот, ну даже 4 пола. И здесь вот будет кнопка. Нажимаем ее. Так, здесь, ребят, нам нужно сейчас забраться вверх на эту башню. Вот так вот поднимаемся, идем вот сюда и здесь ставим две рампы и пол и нажимаем кнопку. И видите, получилось целых 70 тысяч опытов. Так, следующий баг находится, как вот мы заспомнились, вот мы так что строились вот здесь, перейдем вот в этот угол. Вот где у нас вот кнопка автора. И вот там, где мы тоже строились. Вот здесь начинаем строить. 10 лестниц опять вверх. И ставим теперь 5 полов вперед. И вот на 5 полу будет кнопка. Нажимаем ее. Так, и здесь смотрите внимательно. Нам нужно сейчас будет зайти вот в эту башню. Заходим. Здесь поднимаемся. Опять поднимаемся. И еще раз, вот смотрите, когда у нас будет уже вот два окошка вот здесь, поднимаемся еще на один уровень ровно, и вот здесь в одном из верхних углов будет кнопка, сейчас нужно найти ее, вот она, нажимаем. Так, как видите, я получил еще около 50 тысяч опыта с этой кнопки. Дальше, ребят, идем теперь вот туда, где у нас волки. Вот, вот они. Соответственно, строим опять 10 лестниц вверх, вот в эту сторону. И ставим 3 пола вперед. И нажимаем кнопку. Так, здесь нам нужно сейчас выйти на улицу. Здесь нужно сейчас аккуратненько вот забраться вот сюда, на крыло. И потом вот туда нужно. Вот, как видите, я перепрыгнул. Здесь нужно... Так, аккуратненько наверх забраться. Идем сюда к антенне и нажимаем кнопку. Дальше, ребят, смотрите, вот где я только что строился. Теперь только напротив, вот последний угол, где мы не ставили вот 10 рам. Строим теперь здесь еще 10 единиц сверху.
и ставим только два пола вперед. Здесь выбегаем на улицу, идем вот сюда, где у нас дом, используем граплер. Так, забегаем под дом, вот сюда, где у нас камни будут вот такие. Идем вот сюда, в угол, и нажимаем здесь кнопку. И получаем 5 опыт. В общем, ребята, всем большое спасибо за просмотр. Надеюсь, вам понравился данный баг. Он дает около 120-130 тысяч опыта всех кнопок. Это, считай, целых почти 3 уровня. Поэтому обязательно заходите и используйте данный баг. Я вам показал его с небольшим лимитом, поэтому, скорее всего, данный баг дает даже в районе 200 тысяч опыта без лимита на опыт. Поэтому обязательно используйте его, пока не пофиксили. Всем большое спасибо за просмотр. Не забываем подписаться на канал, поставить лайк на это видео, оставить комментарий и поставить колокольчик. Всем удачи и пока-пока.